Всем привет! Декабрь 2018 года, мы находимся на авторынке Алматы, краткий обзор цен. Ну и перед началом очень важная информация. На втором канале в течение декабря я буду разыгрывать большое количество подарков от спонсоров. И чтобы принять участие, вам необходимо быть подписанным на второй канал, оставить любой комментарий под видео со специальным значком. И небольшой еще такой лайфхак. Чем больше комментариев, тем больше вероятность выиграть приз. А сейчас посмотрим, что здесь представлено и почем. Поехали. По 1 800 000 за Мазду со стразиками на значке. Мерседес Цешка за 1 250 000, 2.8 на автомате 94 года. Ипсун 2 300 000. Так, дальше Toyota Carina 96 год, 1.6 механика, 1 400 000. Honda интересная, ну без ценника, без описания. Nissan Maxima, также ценника, описания нет. Golf 3 двухдверный, 1 194 000 год, 1.8 на автомате. Toyota Camry десятка, 1 391 000 год, 2.2 на автомате. Mazda 960 000, 94 год, 2 литра механика. И Mercedes 124 кузове, уникальный такой. Тут парни все просили снять его, 94 год. Но у него капот чуть-чуть такой карбон, да. Да, тут карбоновую пленку снизу натянули парни. Натуральное дерево. Дерево, карагач вам сделано. Нет, нет, вот это у нас карагач. Вот это яблоня. А вон та вишня посередине. С той стороны саксаул. Да, мерс такой, правда. Хозяин, вот. Волчок. Чехлу тоже засними, дай. Ребята, чай выпили. Ну, состояние. Ну да, оригинально. Коньяк, коньячок. А ты снимайте, что ли? Да, капот, так открой, просто. Боня, капот, открой 5-литровый двигатель, покажу. Ну и под капотом волчок. Ну, в общем, вот такой вот Mercedes 124 кузов, машина на любителя, мягко говоря. Ладно, поехали дальше. Да, Mitsubishi за 2 150 000, 2001 года, 2.4 на автомате. Дальше у нас еще один Mercedes, 1 894 000 год, 2.8 автомат. Mazda с таким небольшим кривым капотом, бампером покоцанным, 95 года, за 900 000. Mazda 323 000, 650 000, 92 год. Hyundai или Hyundai Sonata 3. Одно время было их очень много, сейчас почему-то совсем мало. 1 897 000 год, 2 литра механика. Nissan Primera в кузове универсал, 1 650 000. Opel за 1 298 000 года, 2.5 на автомате. Mitsubishi Galant 980 000, 2-литровый на автомате. Mercedes 124 за 1 150 000, 91 год. Nissan Цефира 95 год, 1 330 000. Ну вот Mercedes такой более в симпатичном состоянии, но без ценника, без описания. Honda 2002 год, 2 100 000. Экономичных. Еще одна BMW семерка зеленая, 96 год, 3-литровая, за 1 700 000 он ее отдает, насколько помню, как сказали. Дальше у нас Mercedes 124 за 1 200 000, Mitsubishi 1 396 000 год, 2 литра автомат. Audi 92 года, цена договорная. Дальше у нас Галлопер, насколько помню, 1 897 000 год, на дизеле, механика.
Honda 1 200 000. Дальше у нас еще один Mercedes 124 кузове, но без ценника, без описания. Гольф 3, аналогично, ценника нету, к сожалению, описания нету. Toyota тоже без ценника, без описания. Ну, такой выпуск получится, наверное, короткий. Эта часть уже заканчивается, рынок. 1,5 миллиона за Nexia 2014 года. Дальше у нас идет еще один Volkswagen Passat. И тоже без ценника. И Mazda, и тоже без ценника. Subaru 1 380 000 96 года на механике. Самый край рынка. Здесь уже машин не так много. Сегодня еще холодно. 950 000 за Nexia. Дальше у нас Toyota. 1 400 000 аудюха, слегка подуставшая. Кажется, она стояла в другом месте. Я уже, кажется, ее даже снимал за 650 000 90-го года. Ну, могу ошибаться, здесь таких много машин. Mercedes 124, цена договорная, 91-й год. Здесь у нас еще японский автопром. Точно еще дизель, 1 300 000. Да, 98 года, дизельная, не сам пример. Лада, интересно, 1 800 000, зад заниженный, хромированные диски, балдежные, четырехспицевые, 1 800 000. Дальше еще несколько автомобилей. Toyota Corina, 1 493 000 года, аудюшка, сотка, но без ценника, без описания. Ну и ту часть рынка я уже снимал, так что на сегодня это, наверное, все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем пока, ставьте лайки и участвуйте в розыгрыше призов на втором канале.